Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить бесподобно вкусную картошечку на обед. С такой картошкой и мяса не надо. Если вам интересно, как готовится этот рецепт, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для этого рецепта понадобится? Примерно на 400 грамм картофеля нам необходимо будет взять штучек 6 шампиньонов или любых других грибов, соль, перец по вкусу, любая ваша любимая приправа к картофелю или просто ваша любимая приправа. Сливочного масла грамм 20, сливок 100 мл, помидор 1 средний, 1 яйцо и грамм 70-80 натертого сыра. Приступаем. Картофель чистим и нарезаем тоненькими слайсами. Грибы же напротив нарезаем крупно. Вот буквально так на 4 части достаточно. Совсем забыла, что на дно нужно положить немножко сливочного масла. Что ничего страшного, как видите, можно любую ошибку исправить. Теперь картошку с грибами немножко присолим. Добавим перец и вашу любимую приправу. Все хорошо перемешаем. И нам теперь понадобится 50 мл сливок. Аккуратно поливаем. Накрываем фольгой и убираем в духовку, которая разогрета на 200 градусов на 30-35 минут. К сырому яйцу добавляем остатки сливок. Все хорошо перемешиваем. Небольшими кусочками нарезаем помидор. И добавляем его к сливкам и яйцу. Перец нарезаем мелкими кубиками. Все овощи хорошо перемешиваем и добавляем сыр. Прошло 35 минут, убираем фольгу. Очень вкусный сливочно-грибной аромат у картофеля. Выкладываем нашу заливку сверху и аккуратно распределяем по поверхности. И теперь опять убираем в духовку до румяной золотистой корочки. Ну вот и все. Вкусная, ароматная картошечка готова. Можно подавать на стол. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи.